Шансон, лирика и даже сатирические песни под гитару. В Тамбове завершился отборочный этап проекта «Продюсер с большой дороги». Жюри столичного телеканала «Перец» несколько дней изучало музыкальные представления исполнителей. Кто же встретился на пути московскому продюсеру, расскажет Дмитрий Ерофеев. Без музыки им оставаться надолго нельзя. Эти слова известной песни как никогда, кстати, отражают происходящее на съемочной площадке. 25 музыкантов представляют внимание залом произведение собственного сочинения. По словам главного режиссера проекта, шоу должно заинтересовать зрителя своей естественностью. Здесь нет чего-то выдуманного, нет скучных диалогов или скандальных обсуждений. Только живой звук и наслаждение. Обычные три мужика сели на машину, поехали по стране, нашли певцов живых, таких же мужиков или таких же там нормальных женщин, пригласили их на общий концерт. Это такая семейная программа для тех людей, которые друг друга не знают. А это и есть те самые три мужика, от решения которых зависит дальнейшая судьба участников. Главные критерии отбора – смысл песни, ее подача и способность артиста потрясти публику. Почти все это удалось Ладе Денис. Только пела она хоть и о любви, но все же на французском языке. В России эта ниша не занята, поются Эдит Пиаф, поет, перепеваются Патрисия Кас, там еще кто-то, Далида. Вот. А авторских песен не так много. Вот. И, в принципе, это может работать, и тем более, что на французском языке, можно сказать, иногда гораздо больше, чем на русском языке. Выбор победителей проходил в два этапа. Сначала из 25 артистов жюри отобрали троих, наиболее отвечающих требованиям проекта. Затем свое слово сказал зритель, позволив только Максиму Апрель и Александру Климову принять участие в московском гала-концерте, где встретятся победители отборочных этапов со всей России. На каждый город у нас есть своя причина, и обычно ее у нас герои озвучивают в начале серии. Я повешу интригу, и пусть зрители смотрят выпуск про Тамбов и узнают, почему именно в Тамбов отправились наши продюсеры. На экранах телепроект появится уже осенью этого года. Ну а пока болеем за наших. Дмитрий Ерофеев, Сергей Фролов, Анна Мусатова, «Область новостей».